Всех приветствую. Новости об Александре Габышеве. На прошлой неделе, 3 февраля, было назначено заседание суда по делу Александра Габышева. Суд будет определять по рекомендации врачей оставить Александра Габышева на том же режиме содержания или перевести на более мягкий режим, или перевести в психоневрологический диспансер общего типа в городе Якутск. Ну или, как последний вариант, перевести на амбулаторный режим лечения. Напомню, что на прошлом заседании суда Габышева привели на веревке. На веревке, на которой они водят пациентов. Надеемся, что это заседание суда пройдет хотя бы без веревок.